И еще внимание, доехало только примерно человек 100, может даже 50. Вы втройне победители по жизни, друзья. И среди вас мы сейчас разыграем замечательные призы. А именно, сертификат на 20 тысяч рублей в Black Star Wear, смартфоны Джинго, один смартфон неубиваемый, можно кидаться в друзей, забивать гвозди, кататься на сноуборде, на скейте, в общем, на всем, на чем угодно, плясать брейкданс, он у вас будет крутиться вместе с вами, биться о пол, но ему ничего не будет. И вот такой вот смартфон, которым нельзя забивать гвозди, но у него шикарная камера, большой дисплей, он очень яркий, на нем можно снимать крутые хайповые вирусные видео и много-много-много всего. Ну и самое главное, друзья мои, мы еще разыграем сегодня, давайте сначала не о самом главном, вот такие маленькие приятные плюшки от компании TUI. Это походный набор, наборы для самолета, подушка под голову и вот такие вот прекрасные льняные сумочки, да, с которыми можно гонять на пляж. Вот, гонять на пляж, гонять в шлепанцах, не знаю, в суперкроссах и вот туда вот все это добро складывать. Ну и самое-самое-самое главное, самое сладкое, то, ради чего мы практически все сегодня здесь с вами собрались. Вот такой вот шикарный сертификат от компании TUI Day and Night Connected. Что это значит? Это значит, что сегодня кто-то уйдет с этим сертификатом. Это поездка на двоих, на 7 дней, 7 ночей в один из классных отелей Турции, друзья. Это TUI Day and Night Club Life Bilek и TUI Day and Night Club Hydras. Что это значит такое? Друзья, это значит то, что 7 дней, 7 ночей только тусовка, диджеи, пляски, вечеринки, куча спорта. В общем, вы сами все это увидите, сами на себе все попробуйте и потом расскажете нам. Я надеюсь, будет круто. Ну что ж, друзья, давайте начинаем под ваши бурные аплодисменты. Итак. Давайте, чтобы на меня никто не грешил. Итак, друг мой, иди сюда. Да, конечно, иди зря. Подставной мальчик, как тебя зовут? Дима. Друзья, аплодисменты Диме. Итак, Дима, ну что, у тебя счастливая рука? Отлично. Итак, Дим, смотри, вот здесь лототрон, давай раскручивай его. Крути, 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 друзья, давайте похлопаем Диме. Я, друзья, надеюсь, никто не проплачивал Диме, да, вытащить такое-то число. Дима, смотри, он как его раскрутил, даже не останавливается. Дима, все, давай, не хочет, тормози, отлично. Итак, смотри, сейчас мы открываем наш лототрон. И первым делом, друзья, давайте для разогревщика разыграем вот такой вот неубиваемый смартфон. Неубиваемый смартфон, которым можно кидаться в друзей, забивать в гвозди, танцевать брейк-данс с ним и просто бить его об землю, ему ничего не будет. Итак, Дим, давай, доставай. Доставай бумажку, которая тебе нравится, которая нравится твоей счастливой руке. Так, отлично, отлично, вот она. Итак, давай-ка мы посмотрим. Скажи нам, давай, так, не, подожди, остальные надо запрятать. Вот, давай остальные бумажки запрячем. Кто-то уже там, смотрите, нервничает, да, думает, так, что же за номер, а Дима тут специально все рассыпал, друзья, чтобы потянуть время. Итак, Дим, давай называй номер, вот он, смотри, какой здесь внизу. 1847, друзья мои, Михаил. Александрович есть такой? Михаил Александрович есть? Тазбан или Газбаш? Газбаш, непонятно, почерком есть такой, друзья? Михаил. Михаил Александрович Газбаш нету? Как так? Он что? Он не дождался, взял, пришел. Друзья, вы представляете? Может, внутри? Ну, не знаю, друзья, ладно, окей, давайте, если он появится, здесь Михаил этот замечательный со своей анкетой, то мы ему дадим смартфон. Давай еще раз. Готов? Давай, раскручивай. Так, и стоп, доставай. Вот так вот был практически в шаге от победы и куда-то взял и убежал. Итак, Димас, давай говори нам. 15.59. Сергей Валерьевич, есть такой? Сережа! Где? Ура! Друзья, аплодисменты! Ну что ж, наконец-то, Сергей Валерьевич, держите вам вот такой вот замечательный смартфончик Джинго. Скажите, пожалуйста, Сергей, вы занимаетесь каким-то спортом таким экстремальным? Нет. К сожалению, ну дача у вас есть? Нет. Дачи нету. Так, господи, что же вам делать? Вы хоть раз, вот когда-нибудь в жизни падали? Да. Отлично, аплодисменты, друзья, теперь вы можете падать очень смело, потому что у вас есть неубиваемый смартфон. Счастья вам, успехов, кушайте бургеры и, может быть, вы выиграете квартиру. Целую замечательную двухкомнатную квартиру. Так, иди сюда дальше, друг мой счастливый, конечно.
Так, ты следующий парень, вот в кепке, Adidas, давай, готов? Итак, раскручивай, раскручивай этот рон, тормози, тормози. Так, давайте еще одну джингу разыграем сейчас, тоже для разогревочки неубиваемую. Итак, Димас, наш счастливый мальчик, иди сюда, скорей, раскручивай, раскручивай бумажку, смотри номер. 1687, так, почерк врача, так, 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 не Оли. Татьяна Сергеевна. Аплодисменты Татьяне Сергеевне. Итак, отлично. Татьяна, ну даже прям грешно ее называть Татьяна Сергеевна, такая молодая, красивая. Татьяна, любите бургеры? Скажите, пожалуйста, вот прям часто в Black Star бываете или прям подумали, так, отличная возможность выиграть квартиру, не надо брать ипотеку, надо срочно есть мясо. Так и сделала, друзья, аплодисменты. Ну что ж, супер, держи. Теперь можно смело, не знаю, бегать, прыгать, кататься. Ну, или если у тебя есть молодой человек? Есть. Вот если он будет себя плохо вести, взбесит тебя, айфон не кидай в него, вот этот кидай, и можно смело, да. И телефон останется целый. И, в общем, ему тоже достанется. Друзья, аплодисменты Татьяне. Круто. Ну что ж, а мы продолжаем. Друг мой, давай, иди сюда, будешь у нас. Тебя не Дима тоже зовут, нет? Отлично. Как тебя зовут? Вова, друзья мои, это тандем Димы и Вова, ну узнаете, да, тут недалеко, в принципе. Лубянка, Кремль, Дима и Вова, тандем. Ну что ж, давай, Вов, сейчас ты у нас все-таки, Дмитрий у нас, как говорится, премьер, ты у нас президент, правильно? Поэтому давай посильнее, помощнее разыграем смартфон. Раскручивал этот рон, раскручивай, так, отлично. Все, тормози, а то он сейчас улетит в Турцию вместе со всеми анкетами. Осторожно. Девять один один, что надо звонить сюда, что ли? Ну ладно, я шучу. Друзья, 0991. Шелагин Дмитрий Игоревич. Дмитрий Игоревич, есть такой здесь? Шелагин Дмитрий Игоревич. Вот. Вот так вот он, Димас скромно пьет напиток Хайпанихату, конечно. Итак, Дима, скажи, пожалуйста, занимаешься каким-то экстремальным спортом? Роллер-спорт, отлично. Надо, ну, ты, я думаю, не особо расстроишься, если мы тебе подарим вот такой вот, да? Его нельзя бить, но на него зато можно снимать более крутые ролики, и тут большой экран. Ведешь какие-нибудь, не знаю, Инстаграм хотя бы, прикольный свой? Ну, наверное, стоит начать, друзья, аплодисменты Диме, пусть он начнет вести свой крутой роллер Инстаграм. Димас, поздравляю тебя, респект тебе, будь счастлив, и, конечно же, кушай бургеры, и потому что у нас есть возможность выиграть еще и квартиру, в общем, прямо на роликах и заедешь с новым смартфоном в новую квартиру с разгона. Итак, ну что ж, Владимир Владимирович, вращайте барабан. Так, стоп, достаем. Покажи в камеру вот туда. Итак, отлично. И называй номер. 0279. Бесаев Сергей Валикович. Есть такой Сергей Валикович Бесаев, друзья? Валикович. О, мы здесь, я понимаю. Абсолютно все. Это все мое. Отлично, давайте селфи, селфи. Вот, вот я как раз вижу вас. Видео. А, это видео. Вот я вижу как раз у вас старенький мейзер. Теперь будет новая супер джинга Touch 4G, друзья. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Держите. Вот, либо будете, знаете, как крутой видеоблогер с двумя сразу. Там один на селфи-палке, другой в руке и третий еще GoPro. Поздравляю вас с успехом. Ну что ж, Вова, давай-ка, так, что мы еще разыграем сейчас? А, видите, друзья, так, у нас любой труд должен...